Очередной этап чемпионата Владивостока по кольцевым гонкам начался романтически. Сразу два гонщика сделали своим вторым половинкам предложение руки и сердца. От избытка чувств, то ли по техническим причинам. Но Андрей Сахно почти сразу сошел с трассы. В перерывах между заездами пилоту и его команде пришлось экстренно исправлять поломку. Оторвало бензобак и слетело патрубки на обратку. Поэтому вылился бензин, и у нас произошла тинч. На этом этапе чемпионата не повезло и Владимиру Верину. В первом заезде он не справился с управлением и в итоге пришел к финишу последним. Второй заезд начинался удачнее, но фавориты соревнований не позволили их обойти. Такую зрелищность соревнования приобрели благодаря нововведению. В этот раз заезды проходили против часовой стрелки. Получилось экстремально и интригующе, заявляют организаторы чемпионата. Мы долго боролись с безопасностью, с разрешением от администрации, всеми остальными документами для проведения такого этапа. Но мы добились этого. Да, немного страшно. Да, немного есть свои казусы, но мы едем и двигаемся. По итогам соревнований лидеры заездов сохранили свои позиции. Победителем этапа стал Андрей Воробьев. Первое место ему предстоит отстаивать еще на протяжении 4 этапов. Завершился очередной этап автомобильно-кольцевых гонок чемпионата Владивостока. Победитель, чемпион краевой столицы, будет определен уже этой осенью на День автомобилиста. Татьяна Меньшикова, Александр Бугаков. Панорама.